небосклоне зажигались первые звезды. Вифлеем, в эти дни особенно оживленный, мирно готовился к ночному отдыху. И гости, и местные жители, каждый имел уголок, где провести предстоящую ночь. Только двое одиноких путников переходили от дома к дому, ища себе место для ночлега. Но их просьба, как глаз вопиющего в пустыне, хотя и звучал в многолюдном городе. В ответ они слышали только полный безразличия и равнодушие отказ. Последний дом остался позади, за ним окраина, безлюдная, пустынная местность. Здесь нет уже запоздалых прохожих, торопливой походкой идущих домой, не слышен мерный топот всадников. Ничего, тишина, безмолвие и только одинокий хлев.